Доброе утро, ебать. Ну что, утро. Пора завтракать, собираться и ехать. Но не домой. Нет, к сожалению, не домой. Какому к сожалению? Да, так что вот этот автомобиль поедет сегодня дальше, а вот этот должен вернуться в Ростов. Должен, по идее, там хуй его знает. Кстати, на них, на турбинах, постоянно разбивает клапан Вестгейт. Это вот так называемая калитка, которая начинает дребезжать, как... Да, и, кстати, короче, у них есть Инстаграм и какая-то без мужика. Или это, или это, или это, или, или это, или это. Короче, какая-то из них. Ну ладно, что, превращайтесь обратно. Короче, сквозь боль, страдания, съебанный серпантин и скорость в 40 км в час, спустя 7,5 часов, я в Сочи. Нужно пиво искать срочно. Красиво, пиздец. А, ну да, я не в Сочи, я в Адлере, если быть точнее.